И всем привет, с вами я, Ася, я давно не снимала видео, и это опять киндеры. И как извинение для вас, так как, к сожалению, прошлое видео про киндер Макси не очень удалось, я случайно выложила не ту часть, я случайно выложила не соединенное видео, а только вторую часть, то есть не видно всей первой части, где я распаковываю его, рассказываю о нем. И в качестве извинений... Па-пам! Это еще один Kinder Maxi за 200 рублей. Господи, моя бедная жаба. Ладно. И вот тут вот у нас маленький еще Kinder. А еще, ребят, я нашла у нас в Питере печеньки Oreo. Oreo! Я знала, что они продаются в метро, но в метро только юридические лица могут войти. Обычные тоже могут, как бы, взрослые. Но как-то, не знаю, короче. Во-первых, в метр далеко у нас. В Питере, так от моего дома. Поэтому да, придется покупать. Поэтому я не могла их попробовать. Я их пробовала только вот. Меня угощали один раз и все. Именно оригинальными. Ну, эти тоже как бы оригинальные, которые. Кстати, купила в ленте. Ну там тоже они оригинальные написаны. Ну, не знаю, можно будет попробовать. Ладно, давайте перейдем к киндеру. Он весит 156 грамм. Я его взвешивала в магазине, меня смотрели как на ненормального, но я все равно это сделала. Да. Я очень боюсь, что там слоник, я хочу что-нибудь новое, и вот он такой классный. Вот. Все, что тут написано, вам отсвечивает, но все равно, мне кажется, установить, прочитать можно. Вот тут уже очень мелко, но все равно как-то. Вроде норм. Шоколада тут на 100 грамм. То есть 56 грамм весит игрушка. И давайте достанем эту мега-игрушку. У меня просто... У меня руки уже трясутся. Сегодня суббота, я только вот пришла из школы. Мы с мамой зашли в магазин, в ленту. И просто я безумно хочу его открыть. Так... Па-пам! И тут у нас, вот у нас дохренища шоколада. И тут па-па-па-пам! Это у нас, блин, как бы это объяснить-то? Он на чем у нас? Так, это на каком-то аттракционе у нас крокодильчик. Сейчас я вам покажу все это. Сейчас я его соберу и покажу вам. Надеюсь, что это видео удастся. Я собрала, и у нас получилось... Па-пам! Короче, это крокодил с кривым зеркалом. И вот тут вот так все крутится. То есть он встал сюда спиной. И сейчас он поворачивается такой... Пум! Вот. Вот такая классная игрушка. Она достаточно увесистая. Мне понравилась. И вот от нее вкладыш. Как собирать? Вот вся коллекция. Я не знаю, расстрою я вас этим или наоборот обрадую, но я не буду собирать всю коллекцию по причине того, что, к сожалению, это, мягко говоря, дорого. Так как все-таки большие киндеры стоят по 200 рублей, уже мы потратили 400, я считаю, что это много. Но мне, вот двух игрушек, мне честно достаточно. Я очень счастлива, у меня есть две игрушки из этой серии. Дальше вот такой маленький киндер. Па-пам! Очень хочу основную серию. В прошлый раз покупала два киндера. Основная серия не попалась. Их вы, кстати, видели в прошлом видео. Они вошли целиком. Та-та-та-та. Второстепенная серия. Ладно. Та-та-та. Там. Ой, господи. Тут какая-то непонятная зеленая штуковина. Сейчас я ее соберу и покажу вам. Ребят, я собрала фигурку. Вот такая вот она классная получилась. Это не основная серия, но все равно она очень милая. Я не знаю, для чего она. В принципе, ну как они пишут, это типа для рисования. Ну вот она. Она состоит из частей, но я ее не буду собирать. Я ее буду использовать как фигурку.
Вот такой вот у нее вкладыш, и вот вся коллекция. Тут всего 4 фигурки, и, как мне кажется, у меня самая классная. И сегодня у нас был вот такой вот очень классный новогодний выпуск. И всем пока, с вами была Ася. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, пишите положительные комментарии внизу, оставляйте свои видео-ответы под видео. Всем пока!